Всем привет! С вами канал «Переход в так». Особенный привет нашей одной зрительнице постоянной. Зовут ее Елена. Вот я со своим дурацким назойливым вопросом. Как-то же очень он ко мне прилип, не отмывается. Фраза такие используют всегда смачные. А вот если вроде созрел, ну или дозревает фрукт, а к тебе пожал червячок. Причем он еще и друзей позвал. Как-то много. Как и почему в последнее время стало, я понимаю, что не изменив сознание, ничего не изменится. Вроде шагаю, а оглянусь и опять дежавю. Давайте сначала про червячков. Давай. Да? Лена. Да? Угу. Там тоже Лена. На самом деле, наверное, замечали, здесь не вопрос, переход в так или какие-то другие духовные практики вы занимаетесь там, где вы дух становится у вас, да? Вы сидите, значит, работаете ли с аффирмациями, вешаете себе картинки «Моя улыбка покоряет весь мир», да, и вдруг вы начинаете улыбаться, все остальное. И в какой-то момент вот эти червячки, давайте поговорим о них. Дело в том, что у нас есть тема такая, в одно слово входит целая жизнь. Как раз вот есть слова, которые притягивают этих червячков. Предположим, у вас есть слово, ну, ребенок, да? То есть у многих есть дети, у кого-то они будут, кто-то мечтает, кто-то еще сам. И у нас есть слово «ребенок». И в это слово годами, десятилетиями, столетиями вкладывались разные понятия. До какого-то возраста этот ребенок воспринимается реально как маленький человечек, да, которому надо научить, объяснить, рассказать, своим примером показать, как ты это делаешь, да, посмотреть, что хочет он, и жить мирно и дружно. Но меняется возраст, обстоятельства или еще что-то, и все определения относительно ребенка, допустим, до 6 лет, они одни. И вот каждое определение одного слова, да, оно и является этими червячками. Определение. Ваше предположение относительно смысла этого слова. Но когда ребенку становится 17 лет или 35, да, то совершенно другие определения, да? Мы ему ребенку 35, да? Это уже не ребенок. Но для меня же он всегда ребенок, да? И в столе, да, конечно, это понятно. Но у вас в памяти есть до 6 лет, когда вы сильно ответственны за него, да? Вам надо научить его ходить, говорить, делать, беречь тело, соблюдать в порядке притяжения земли, рассказать, чтобы он не прыгал там с каких-то высоких мест, да? То есть бережное. Но вы вот этих червячков начинаете перетаскивать туда, где ему уже 17 и 35. Да? И вы также оберегаете, шапку одень. Ты чего ходишь расстегнутый зимой? Да? Ну, у него кровь горячая, ему сейчас хочется, да? В 150 он, наверное, застегнется, может быть, а может вообще снимет всю одежду и будет в шортах ходить зимой. И вот это, вот они как раз и являются червячками. Мы, когда работаем с программами, аффирмациями или чем-то, мы все время меняем вот эти полярности этих червячков с минуса на плюс. Да? И в конечном итоге их уравниваем. Так вот, нам надо понимать, ребенок – это обозначение возраста до 6 лет. 6 лет – это уже человек взрослый.
сейчас попробуем. Человек. Да? То есть, и если вы будете воспринимать его как новое слово со своими определениями относительно уже этого слова, да, червячки другие будут. Поэтому в одно слово входит целая жизнь. Изменив для себя и переопределив для себя именно вы каждый, что для вас означает ребенок, до какого возраста, что, чего, как и как к ребенку ваше отношение, в чем? Если вы это для себя определите, а не то, что нахватали за жизнь, вот что вам рассказывали, то, скорее всего, к ребенку у вас будет, ну, может быть, 5 каких-то определений, да, это порядок таков относительно этого слова. Тогда вот эта масса червячков отпадут мгновенно сами, и вам не надо себя в них переуговаривать, переписывать, то есть это великая куча, да. Помните, видео у нас есть про крик, да, там колесо сансары, то есть определив только одно слово, изменив его в своем поведении, в привычках, во всем, у нас вот этих червячков целая куча отваливается. Поэтому, друзья мои, Леночка, если вы понимаете, что слишком много стало определений в голове относительно ситуации, отношений или чего-то, реальные червячки, это не есть это. Да? Любой страх – это много червячков, а на самом деле это не есть это. Поэтому ищите, на какое слово, одно, идет эта реакция, его переопределите. Все, все остальные убегут. Удачи!